Всем привет! Меня зовут Алина, и я очень рада началу нового сезона на нашем канале YouTube. Девчонки, в последнее время мы получали очень много обратной связи с просьбой рассказать про систему ухода для проблемной кожи. Вы просили, мы сделали. Поэтому, если вы обладательница проблемной кожи, склонны к появлению воспалений и акне, то это видео для вас будет особенно интересным. Оставайтесь с нами. Для начала давайте определим признаки проблемной кожи. Как правило, это появление жирного блеска на лице в течение дня, расширенные поры, появление покраснений, а также закупоренных пор и акне. Иногда причиной высыпаний и воспалений на коже могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта или неправильное питание. Для начала оцените свою ситуацию. Если вы понимаете, что дело не в этом, то стоит задуматься о уходе за проблемной кожей. В этом вам помогут специальные подходящие линейки. Давайте разберемся, какие же основные правила ухода именно за проблемной кожей. Итак, первое правило – это тщательное очищение кожи. Ежедневно необходимо очищать кожу утром и вечером. На этапе утреннего ухода вы можете использовать мягкий гель для умывания, а вечером обязательно использовать гидрофильное масло и пенку для глубокого очищения пор от загрязнений. После умывания обязательно используйте освежающий тоник для лица. Он завершит этап очищения кожи, восстановит гидролипидный баланс и подготовит кожу к нанесению крема. Еще один не менее важный момент – это использование легких увлажняющих средств. Такие гели, эмульсии и легкие кремы не будут забивать поры и провоцировать появление несовершенств. Четвертое правило. Не используйте слишком жесткие скрабы с крупными абразивными частичками. Для отшелушивания и эксфолиации кожи вам гораздо лучше подойдут кислотные пилинги или пилинг-скатки, о которых недавно мы рассказывали в специальном видео. Кстати, ссылку на него обязательно оставим в инфобоксе. Пятое правило. Если у вас жирная кожа, то используйте матирующие салфетки. В течение дня жирный блеск обычно образуется в Т-зоне, так вот матирующие салфетки помогут легко его устранить и удалить неприятные ощущения. И шестое правило. Используйте легкие тональные средства или же BB-крем, в состав которого обязательно входят успокаивающие компоненты, а также матирующие. И все-таки, как же выбрать для себя наиболее подходящее средство? Вы часто пишете, что ассортимент продуктов на нашем сайте очень многообразен и очень сложно подобрать для себя подходящее средство. Так вот, девчонки, на сайте есть онлайн-помощник, написав который, вы всегда сможете получить помощь от наших консультантов. Ну а если вы хотите самостоятельно определиться с выбором, то правило одно – читайте составы и изучайте компоненты, которые содержатся в том или ином средстве. Для ухода за проблемной кожей отлично подойдут средства, в составе которых содержатся следующие компоненты. Первое – косметические кислоты AHA и BHA. Они работают глубоко внутри порах, препятствуя появлению воспалений и комедонов, а также уменьшают жирность, отшелушивают омертвевшие клетки кожи и оказывают антибактериальный эффект. Также кислоты отлично улучшают проникновение в кожу других компонентов состава. Второе – это глюконат меди, оксид цинка и каламиновая пудра. Они очень эффективны в отношении бактерий, которые как раз вызывают воспаление на коже. А также эти компоненты помогут уменьшить покраснение на коже. Ну и третье. Среди органических экстрактов, которые будут комплексно ухаживать за проблемной кожей, можно отметить такие, как экстракт чайного дерева, экстракт гамомелиса, портулака огородного, мадикососида, алоэ вера, шалфея и также цитрусовые. Ну что, с теорией наконец-то мы с вами разобрались. Теперь перейдем к обзору линеек, которые отлично подойдут для проблемной кожи и будут 100% эффективны. Итак, первая серия от горячо любимого бренда COSR X. Эта серия содержит в своем составе салициловую кислоту, экстракт чайного дерева и комплекс других органических экстрактов, действие которых будет направлено на снятие воспалений и устранение покраснений на коже. Ну, помимо этого, в серии содержится гиалуроновая кислота и пантенол. За счет этого она не будет пересушивать кожу и даст очень бережный и очень мягкий уход. В состав этой серии входит пенка для умывания, очищающий тоник для лица, увлажняющая легкая эмульсия, ну и, конечно, пилинг-пэды. Кстати, пилинг-пэды от COSR X занимают лидирующие позиции по продажам на рынках многих стран. В том числе и наши покупатели уже дали сотни положительных отзывов об этом продукте.
Концентрированный состав помогает максимально быстро добиться желаемого результата, а формат продукта делает его использование очень удобным. Вы просто достаете салфетку из баночки и протираете ею лицо. Вторая линейка от бренда Миша называется Trouble Cut. В этой серии в составе содержится масло моринги и экстракт листьев репейника. Она обладает отличным противовоспалительным действием, заживляет уже появившиеся воспаления на коже и предотвращает появление и развитие новых. В эту серию входит несколько продуктов: освежающий тоник для лица, увлажняющий крем-гель, точечный крем от воспалений и корректор с пигментом в составе для маскировки несовершенств. Следующая серия представлена брендом Circle. Кстати, с 2000 года бренд Circle выпускает лечебную косметику по уходу за кожей и позиционируется как косметический бренд. В линейках этого бренда есть серии, действия которых направлены на очищение и сужение пор, на устранение купероза или от пигментации, ну и, конечно же, от воспалений и акне. Серия «Антиблемиш» включает в себя несколько продуктов. Два средства для очищения кожи – очищающий гель и классическая пенка для умывания, освежающий тоник для лица, локальный крем-мазь для проблемной кожи и увлажняющий крем-гель с алоэ. Каждое из этих средств из этой линейки оставляет после использования ощущение увлажнения и свежести, но при этом отлично лечит и подсушивает воспаление на коже, заживляя ранки. Повторюсь, что лечение проблемной кожи – это обязательно система, которая даст комплексный уход за дермой и поможет улучшить ее состояние. Только один продукт, к сожалению, проблему решить не сможет. Именно поэтому так важна регулярность. Бонусом в этом ролике я хочу вам рассказать про экспресс-средства для борьбы с воспалениями. Это на тот случай, когда воспаление уже появилось и его необходимо быстро устранить. В этом случае помогают отличные средства, которые наносятся точечно на воспаление, как правило, на ночь. И на утро вы уже точно получите хороший результат. Первое такое средство – это наклейки от прыщей. В нашем ассортименте их достаточное множество, от разных брендов и в разной комплектации. Использовать их – одно удовольствие. Вы просто достаете одну наклейку, накладываете на воспаление и ложитесь спать. Эти наклейки пропитаны противовоспалительными компонентами, которые быстро заживляют и подсушивают прыщики. Еще один продукт для локального лечения акне – это розовый порошок. Как правило, это прозрачный флакон с жидкостью, на дне которого осел непосредственно розовый порошок. Давайте разбираться, как это работает. Наберите ватной палочкой розовый порошок со дна флакона, нанесите на проблемные зоны и оставьте на ночь. Утром смойте остатки и наслаждайтесь результатом. Продукты такого плана способствуют купированию воспалительного процесса, уменьшают проявление покраснений и препятствуют появлению новых образований. Ну что ж, надеюсь, это видео для вас было информативным и полезным. Мы рассмотрели основные правила ухода за проблемной кожей, некоторые линейки, которые будут идеальными для ухода за кожей, ну и, конечно, отдельные средства. Оставляйте ваши комментарии под этим видео, задавайте ваши вопросы, мы с радостью найдем для вас на них ответы. Все продукты, показанные в этом ролике, и ссылки на них вы найдете, как обычно, в инфобоксе. Всем пока-пока, до новых встреч!